В осенне-зимний период ожидание общественного транспорта превращается для некоторых горожан в испытание природными стихиями. На неблагоустроенных остановках людям приходится стоять под дождем и ветром. Где эту проблему поспешили решить до начала дождливого сезона, далее в сюжете. Первые пассажиры уже успели оценить остановку «Днепрострой» на Бабурке. Ее установили силами машиностроительного завода. За короткий период обеспечили создание 4 таких, рассказывает директор завода Александр Коломойцев. Качество выполненных работ он приехал проконтролировать лично. Районная администрация обратилась к «Моторсечи», в которой мы входим как завод, значит, с просьбой о том, чтобы оказали помощь в установке остановок, которыми будут пользоваться все жители Хортицкого района. И, конечно, мы попытались оказать помощь в этом деле. И вот сейчас за моей спиной вы видите ту новую остановку. От поступления просьбы до установки прошло меньше 3 недель. Все материалы приобретались за средства «Моторсечи». В среднем стоимость такой остановки составляет 8-9 тысяч гривен. Спасибо руководителям и всем, кто принимал участие в этом, руководителям «Моторсечи», что так откликнулись, быстро сделали, красиво, хорошо. За 3 года машиностроительный завод оказал помощь району в размере более 200 тысяч гривен. Планируют помогать и дальше. Предприятие «Моторсеч» постоянно вносит свою лепту в инфраструктуру города. Так, к депутату горсовета, главврачу клиники «Моторсеч» Людмиле Завгородней обратились жители 3-го Шевченковского района с просьбой отремонтировать остановку на улице Куйбышева. Это окраина города, где уже начинается поле. На таком открытом пространстве непогода особенно ощутима. Все она протекает. Вот и невозможно укрыться от дождя, от снега. А сейчас мы видим, что очень красиво и надеемся, что будет нам тут уютно. Благодаря вот Людмиле Ивановне и ее организации нам сделали такую красивую остановку. Также местные жители пожаловались Людмиле Завгородней на то, что недалеко от остановки лестница была полуразрушена. Ремонтные работы тут же начались. Наше глубокое убеждение, что наш город должен быть красив везде, и в центре, и на его рабочих окраинах, где живут люди, которые создают общественное богатство, которые создают бюджет города и которые заслуживают того, чтобы все периферические районы нашего города были такими же красивыми, как и центральные. Остановочные комплексы за счет «Моторсечи» были также установлены по Ферганской автодорожной, по улице 8 марта напротив комплекса «Золотая арка» и на автоколонне. Руководители и коллектив предприятия делали и продолжают делать все возможное, чтобы Запорожье становилось лучше с каждым днем.